Держи. Поверни его вот так, чтобы было видно. И вручаю кубок победителей команде. Открытое первенство по футболу среди детских команд проводится уже третий год. Турнир, начавшийся еще в конце апреля, спустя 7 месяцев, завершился награждением победителей. А последнюю игру мы сыграли аж 21 ноября. Турнир завершен. Победители, известные призеры, тоже номинанты на различные призы, тоже известные. Каждые выходные 10 команд в 4 возрастных категориях соревновались за призовые места. К футболистам Ленинского городского округа присоединились спортсмены из Домодедова и Москвы. Сегодня лучшие команды и игроки сезона были награждены кубками, дипломами и медалями. У нашего футбола большое будущее, мы в этом сегодня убедились. Вот видели наших ребят, они, в общем-то, начальная школа, маленькие дети, 8-9 лет, но они уже такие закаленные, такие довольные, такие стремящиеся. Юным футболистам больше всего запомнились победы, поражения и разгромные счета. Первое и второе места поделили между собой команды «Олимп Белые» и «Олимп Синие». Игроки рассказали, какая тактика помогла им забивать голы и побеждать. Уверенность, защита, ну, хорошие пасы, нападающие у нас хорошие. Помогла нам, ну, хорошая защита была у нас. Мы, бывало, ошибались, пропускали. Ну, бывало, даже защитника забивали. Ну, и я забивал тоже. Уже очень хорошее качество, дриблинг, удары, отбор мяча. Такие качества футбольные, чтобы стать лучшим игроком. Надо иметь такие качества. Футбол активно развивается в Ленинском городском округе. Самая популярная игра в мире привлекает мальчишек разных возрастов. Поэтому в муниципалитете появляется все больше площадок для занятий спортом. Информация о том, что мы в Московской области стали в призерах по этому виду спорта, по развитию этого вида спорта, это не пустые слова, это реальность, это достигнуто огромным трудом наших тренеров, нашей федерации, отдельных личностей. А в следующем году стартует первенство области. Юные футболисты и их наставники планируют усердно готовиться к этому соревнованию, ведь только регулярными тренировками можно добиться высоких результатов. Анна Михайлова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.